Улица Карла Маркса, частный сектор. На участке дороги от Сидельникова до улицы Сосновская в темное время суток теперь можно передвигаться, не опасаясь за свою жизнь. На улице стало светлее. Здесь установили новые фонари. Работы проведены в рамках наказов депутатам Сарапульской городской думы. Ежегодно в рамках наказов депутатам нашей городской думы выделяются средства, и они во взаимодействии именно с жителями своего округа определяют те объемы работ и участки, которые нужно осветить. К слову говоря, по этому году таких участков 21, порядка 3 миллионов будет направлено на решение этих проблем. А это уже улица Пионерская. Здесь осветили участок от Алинского переулка до улицы Луговая. Всего из запланированного списка работ на этот год в 21 объект свет появился уже на 9 участках, расположенных в разных частях Сарапула. Значит, выполнены улицы Азина от Сивкова до жилого дома Азина 6, Карла Маркса от перекрестка, значит, Сидельникова до Сосновской, Комсомольская 8, Красноармейская от Пугачева до Пролетарской, Ленина 27, Пионерская, вот как раз где мы находимся, от Алинского до 38 дома по улице Пионерская, улица Сивкова 7, от дома номер 1 до перекрестка Азина-Сивкова, улица Сивкова 73 и улица Труда 122Б в переулок Труда. Помимо средств, выделенных на освещение по наказам депутатам, дополнительно из городского бюджета в этом году выделено 5 миллионов рублей с целью установки уличных фонарей в этом году на магистральных улицах в микрорайонах частной жилой застройки. Это жилой район Котова, жилой район Радужный, одна из улиц жилого района Дубровка и еще ряд наших объектов. Также планируется освещение и одной из улиц поселка Новосельский.